мы такие комплексные совещания будем продолжать проводить по всем регионам. Совместно с моими коллегами, моими заместителями, для того, чтобы завершить до конца формирование программы по импортозамещению в рамках плана, который уже внесет правительство 10 июня. Мы имеем уже практически сверстанную программу, согласованную с Министерством обороны по всем образцам вооружения военной техники с учетом тех проблем, которые возникли, возникают и может быть возникнут в будущем, чтобы их упредить. Значит, мы по всем комплектующим, по всем агрегатам сформировали четко планы и завершаем сверстку самой программы. Поэтому у нас есть понимание того, что в течение 2,5-3 лет будет реализована эта программа, которая позволит в России производить все комплектующие, все агрегаты, которые необходимы для реализации поставок продукции в рамках государственного оборонного заказа, реализации государственной программы вооружений. Это, я считаю, стратегическая для нас сегодня задача не только в плане независимости, но и в плане реализации экономических планов для того, чтобы добавленная стоимость создавалась у нас на наших предприятиях, на предприятиях отрасли радиопромышленности, авиапромышленности, промышленности обычных вооружений, судостроения, кораблестроения, то есть всех тех предприятий, которые задействованы в этом комплексе.